Ну, вот опять Трисси ругаться будет, что он не демон. Он, точнее, набор демонов. Тридцать два гига репак. Я отойду, мне надо чайник себе сделать. Ой, чайник себе сделать, чай себе сделать. Я тоже за чаем отошел, Рога. Чуманите меня, войдец, пожалуйста. Я уже трижды летел. Я уже, ну, суманули только что. Да сейчас я фласки покупаю. Сейчас, короче, я квест сделаю. Я финка качаю. Не зиги. Короче, вот трилогнусь. А если у кого банки на ДД? При истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Тебе много надо? Одну штуку, две желать. Да, дай обмен росом. Сейчас я тебя найду только. А ты, Росар, кто по масти? Паладин. Ну у тебя плохая масть. Есть у кого ли фласки? Ладно, что? А мне. Сколько с меня? А сколько? 300 с тебя. Я понял. Ну сотка стоит. Анан, я черная масть. Ты про раскол прочитал? Сейчас, подожди, я прочту. Топ-стакл на каждом боссе. Сколько? Ты что, обалдел 300, а ты сколько? 300, а нихера себе, блин. И 300, о чем? Сейчас только что мне сказал 300 на боссе. Что просто стакал на каждом боссе. А, ну это ладно. Ты так сказал, будто я не стакаю. Ну на Халёне ты вообще ни разу не стакнул. В смысле, на Халёне наоборот, я стакал, кстати. У меня потом даже Варс спрашивал, ты стакал, я написал да. Но там еще ДПС просто на первом месте был. Что, здесь второй танк? Господи, меня сейчас мобы убьют, они меня сожрут. Не, просто наверх, когда врываться, думаю, сложновато будет. Все, так Иваня пошел с нами? Да. Да не было танка, попросили. А, то есть, когда я тебя попросил, ты не мог, ты пошел в Ведьмака с Вейра. Блин, зачем тебе такое? Я тебе припомню, это я уже тебя понял. А, ты я на скеле сейчас играю. Нет. Тачивки делать смысла нет, просто на персонажа когда-то украдут и толку от тех ачивок. В смысле персонажа вернут? Что это такое? Да, Вань, детская травма. Ha ha ha.
Тебе надо на спину двинками встать. На силу. Есть, я потом тебе дам камень. Не нужно. Спасибо, сделай что-то. А есть у кого энчантер? Если что, реги дам. Есть. Сейчас я зайду престом. Не, заходи, что не надо, время тратить. Потом туда в следующий раз я сам уже. Не, в смысле, я в рейде, просто я офнутый. А, я понял, вот нужен чер. Лары что все обычно? 22 клопости, да? На спину. Не знаю, у меня там скорость. Тогда я буду лохачу. Вообще инжу чарит. Это было, надо инженерку качать. Так. Я подтягу чарю. Короче, это, Мак, у тебя есть космическая субстанция и один осколок грез. Что я тебе потом отдам? У меня все навыки есть. Я сейчас захожу. Я тебе только что один канал на плащ. Сейчас захожу, охуеть. Ваш путь закончится. Так, где ты там, Мит? Я тебя вижу, сейчас я тебе подойду. Пивко бери. Каска нет. Пробей пивом запивать, вам стоит. Сейчас, я тебе кину меншину. Интеллект. Крест, пуста. Блин, дай мне обмен. Не дам. Стой, я тебе сейчас пятый поти пять. Там пускай присты бьют через взрыв, так-то один ретрик. Да. Ну, надо. Нет. У меня уже чайник кипит, давайте уже убьем. Стой, секунду. Да какой стой? Конок, у меня сейчас чайник сгорит, давай. 3 секунды. Все, можно. Из-за тебя, блин, прожался уже. Где раскал? О, не видишь, я стак вообще-то. Я вижу, да, тут мои стаки есть. Что там твой паладин, Слава? Какой же?
их мука! Костяная хватка! А сейчас кнопят, Вальд. Нет, Спеку, у меня ПВП Спек. Баш. Я сейчас отойду, чайник выключу. Нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его. Кто волю. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Капли сливайте. Где расколы? Мне треугольники. Дискрети, леди. И обрети истинную форму. А
Раскол обновить. На. Я помню, брат, хуя. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Я сорвал. Пильте Аудакиуса. Наблюдайте. Ты не в силах противиться моей воле. На все воля, господин. Ого. Ваша смерть. Пиздец, лут. Лол. Давай каждому по шаману. А че сейчас такая хуйня была, что ли? Да. Пиздец. Вот это честно. Как бы три воли падало, так другой базар хуй. А ты что думал? Да-да-да. И два арбалета хуй. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Нет, но он хорошо хилит. Это Магош, храбрые воины. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Должны, по идее. Время, деньги, друг.
Да бегу, уже холодно, комары еще летают. Ты на улице играешь? Не, в хате. Да пускай я возьму ранец. Там еще пушки пустые две. Я думал, Ваня в теплице играет. Ох, комаров развожу. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага. Сядьте в правую пушку. Слетаем. Вы видите? Что это там вдалеке? Ну там пушка пустая. Да не, вот все полные. Да если сейчас релогнусь на корабле, меня не выкинет с него? Бля, я надеюсь, что нет. Пушки, кстати, у них хило дамажит, не? Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Кота, сержанты, бой! Пушку не заморозили. Томи. За собой палец. Да, за пристал звездопад дал просто. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя Третий и во славу короля Лича. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Сколько процентов меткости вару нужно? 5? 4 совы, блядь.
Росплобо. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Какой-то таду на 2-3 минуты, Хава. Да, я один ролил.
А, блин, Ковальный. Ты первый. Кстати, трэш не очень сливался, вырастал прям. Сейчас звездопад не на КД, это он нормально, а когда на КД, это видно. Где ты? Куда дальше? Собирай река. Там лагерите вторую собаку, пока она где-то рядом должна быть. Справа попробую обезвредить. Не каски активируйте, стойте. Каски рыбахните ПДК, пожалуйста, каски ПДК. Ладно, ясно. Всем каски обновить надо.
В прихожей. На разбах и каски всем. Да, сейчас до босса дойдем. Обновить бафа за 5 минут, у него свет выбил. Ну нажми глыбма. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Да хрен его знает. Нет. Отличные новости, народ. Нет. Я на мага. Да хрен его знает. В рекаунте посмотри, будет у него длань возмездия, как он называется. Если есть, значит таун. Нет. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Какой? Чапа, это погрём, короче, у типа у меня в городе, прикинь. Че, бомжей дали? Угу. Шип. Но есть отличные новости. Он оставил море слизи, хоть... Дожрались, не? О, нормальный ролл кинул, пацан.
только что в обычке никому не нужен был шип. Да, кстати, с обычки Талик сейчас унес. Чего, пошли уже? Понял. Ты мы под босса обязательно. Дезер, может, пройдешь немножко? Бей, Рассар, бей, бей, Рассар. Что это за крутение босса, блядь? У вас что там, горячка, ребята? Если ты до ванговала, я не падаю, да? Четкий ты ванга. Пимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую.
Отойду за водичкой. Пока тактика, расскажите. Объект нов. Понимаю, зачем собирать арканы, короче, сейчас вообще, мам. Ну это же бред. Почему бы и нет? Ну, типа... Слишком зависимый класс от ДПС рейда. Не, да там... не, аркан бурстует хорошо. Да, ну... Яхан нулевой. Да надо, короче, просто этот самый. Надо в аркану быстрый бой. Тут... Мах, короче, собирает себе спек для 10 обычки. Аркан для ребра и тухлого, и все. Для какого тухлого? На тухлом долгий бой. Не, ну там бой нормальный, там бегать не надо. Он для стоячих боссов в основном аркан. Да нет, там не суть стоячих боссов, там суть в быстром бое. У него хороший бурст урона, дальше он проседает. Да. У него нету, как у Файера, ну, стабильного урона. Файер урон начинает расти, когда у цели меньше 35%, у аркана такого нет. Да, ну, Файер экзекутирует. Да. Я обоим могу повесить. Проклятие Правда. Только на одной цели висит. Да, есть. Это воет. Давать боб? На цель красного. Всё. Все, пить. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Вот звездопад, если что, откатывается. Ну и где Ростом? Да, диск, походу. Зачем уж товары, раскол не стак, вот всего два вести. Я босса не бью с пола. Диск он. Пидорос. Кофани. Все, выключи. Пойду лекцию послушаю, когда он вышел.
Слой, ты зашел? Вроде заходит, да, ребят? Да. Заходите. Там уже спулили. Там уже почти убили, кстати. О, как неожиданно. Кому делать нехуй. Интересно. О, как неожиданно. Ну, заходите, речи там давайте. Пускает. Слав, ты с нами? Тебя не слышно, если что. А что говорить, анекдот, что ли? Так как вариант. Жил-был юный протовар, и решил он затащить целка. Но потом после крыши он кикнули, говорит, не умеешь нахуй танчить, блин, дед, что ты. Он просто жил на свете веселый протовар, после этого надо было уже смеяться. Жил был на свете варенька. Как-то раз он решил собрать рейд, блядь. Но тут постучали в дверь, блядь. Он пошел открывать. Через неделю мы узнали, что он всю неделю доил помидоры, блядь. Вот ты, Ваня, знал, что у математика в постели только две позы. Знаешь, какие? Какие? Бабы в числителе и бабы в знаменателе. Ты не математик, ты меня не дошло. Блять, начальная школа, при чем тут математик, не математик, не математик. А корень квадратный. Он уроки проебывал. Сань, сумнешь? Я бегу, блин, еще. Просто мы из Долорана летим, а этот Шанон нет.
Так Алокина зачем там тогда? Пусть там нахуй, там до конца целка. А зачем нам лок, ё-моё, чтоб шкафы нам ставил? Мы только для этого взяли. Нету шардов. В смысле нету? Вот так, я же не афлик. А ты на локе сидишь? Ну. А отсосать никак? Только трэш почистил, а ты ни у кого не отсосал. Сейчас я долечу. Да поставил я шкаф. Этот слайк лупа мини. Бля, уже псовет убили, наверное. Саушка, заходишь? Коноп, подходи. Коноп. Дамы и господа, вы готовы? Лапу иду. Да, его пихар. Какие-то закусенцы. Да, да, стай, выключите. Хазарак, поставь тотем на природу. Вот вы не бурсите, а раскол не стакаете. Скал, я не бью этого босса. Принципиально не бьешь. А смысл? Красный. Отошли, отошли. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я
сейчас красного там и поймаете, вары. Пол бы. Да, это ДК, вот я поймал один раз с колбы и чисто за ДК вот на переходке второй. Он поставил колбы херово. Да не, я не о том, он поставил колбы возле этого, возле стола, типа, блядь. Я ни одних колб не поймал, кроме тех, что он поставил перед столом. Нет, я в оригинал играл. Я его прошел 4 раза. У меня сейчас времени. Я почитал про него. Не знаю, повесил на двух мобов проклятие висит на обоих. Не, ну, там, короче, я играл вообще, там есть, короче, одну, типа, аддона, которая увеличивает опыт, ну, максимально дает в оригинале. Вот, типа, этого тоже сделали. Ну, там все сделали солянку такую. Зачем там опыт увеличивать? Им и так опыта и так хватает. Нет, там просто за первый раз нельзя просто получить даже 70-й. То есть это нужно... Прямо как я. Ну, значит, так увеличение опыта имеет смысл с
кровь и вино ставить. Так, раньше смысла нет, но баланс будет нарушен. Ну, не нарушен, потому что ты будешь одним мечом всю игру играть, считай. Это уже неинтересно. Нет, там так не получится, на самом деле. Скажи, в оригинале можно сделать, но я делал просто неубиваемого медведя, который был магом. Контрольте тех там бомжей. Не, я не знаю, я еще слышал, короче, про школу Платвы, там вообще, говорят, жестко. Вот у меня друг играет. Да. Что я так шел за мной? Не, ну как, ну, поиграть, ну там, поиграть особо не поиграешь, но надо напрягаться, задрачиваться, это все там, дайвинг подбирать. Там особо, ну, как-то полегче было, то сюжет там, конечно, неплохой, но там босса 20 раз бегаешь, ты его хер убиваешь, нахер оно надо. Да, Каноб есть, типа, у меня просто этот зарядка, сел ноут, я зарядку подключил. Теперь наши силы едины! Лассанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется. Ой, да, там Тундар на меня сагрился что-то. Прольется кровь.
начинает тренер скачаться. До 200 уровня пропачился, все равно убивали. Не-не, тренер скачал, 200 уровень себе поставил, все равно убивали. Не, ну уровень-то не зависит, просто там 200 уровень, вроде ХП должно быть нормально. Нет, оно там, как-то прям просто банально увеличивается сила мобов и так далее. ХП было дохера, вместо того, чтобы меня с 3 ударов убивали, меня с 5 ударов убивали. Капар 7, ты тут? Там что почет стоит, ну. Я кушаю. Приятного аппетита, Антоша. Спасибо. Что без меня убил тебя, так? Со сферами помогите. Шипы хан, чё? Гильдаль, бей сферы. Ты ШП. Нет, он бил, он просто. А с гридкой сушение стал. Да ты всегда даешь всяким раком, так что отдашь. Да блин, я шел варом, весь рейд там врывался, блин, в топ, блин. Пришли на реча, дал какому-то приступу, по-моему, блин, которого я даже не видел в рекаунте, блин. Приз все время шел там на 19 месте. Нормально так, плотненько. За контроль этих двоих там справа, лево. Там Даня левого, кто-то правого за контроль. Нет, там второй Рассел. Кстати, смотрел этот видос в Ульде, бля, я там гашен, вообще, конечно, хлам. Ну это ж вот, ты неправильно говоришь, не литруху, а две пинты пива. Надо быть эпистетом. А то литруху это как алкаш, а вот две пинты это уже, ну, типа эстет. Пинты сколько в литрах? Чуть больше. Это типа бокал пива пол-литра, там чуть больше. Там 505 грамм, по-моему. Какой-то чувак ночной волк в гильдии входит в мир, короче, посчитал что-то. Ночной толчок входит. Ваня, ты лучше моба фагра.
Так вы на эту, на люстру установитесь, вас бить туда не будут. Ко всем в ПМ насчет бафов написал, блин. Я каску бафал. Алексей, ты что, завтра будешь в боссом дрей? Чего? Будешь в боссом дрей завтра? Чё там за... Реал, Атлетика, Челси, Ливерпуль. Хуй знает, может, Ливерпуля и посмотрю. Ливерпуль обосли Челси. Реал, Атлетика. А во сколько завтра Реал Атлетика, кстати? А? Во сколько завтра? Реал в 10 часов, а Ливерпуль с Челси 8. Thank you.